Нет. Вместе со всей страной мы вновь вышли сегодня на митинг, протестуя против пенсионной реформы. В наследство от предков нам досталось великое отечество, но за три последних десятилетия на наших глазах власть и все национальные богатства в стране обманом оказались сосредоточены в руках олигархов. Правительство Медведева не приняло ни одного решения в ущерб олигархам, а в карман народа оно заглядывает регулярно. Мы, граждане России, наследники и потомки героев, вынуждены довольствоваться нищенскими зарплатами и пенсией, дожить до которой теперь становится проблемой. Решение поднять возраст выхода на пенсию противоречит действующей Конституции и ухудшает жизнь граждан России. Стране напрямую грозит демографический провал, массовая безработица и произвол работодателей. Народ жестоко обманут политиканами «Единой России», партии, бравшей на себя ответственность за защиту людей. Власть оставила население без доступных образования и медицины, а пенсионные реформы готовятся лишить ветерана жизни. Звеньями одной цепи пенсионной реформы стали результаты недавних выборов губернаторов. Беспрецедентный подлог и фальсификация итогов выборов, совершенных в Приморском крае, воспринятый народом следствием царящего системного произвола.